теперь нужно кетчупом все это дело залить. Окей. У нас предмет появляется. Я его взял. Ну чё ты, конечно. Кетчуп. Где у нас кетчуп-то, алё? Он как бы, я слышу, что он типа течет, но где он течет-то? Ты где? Какой-то, не знаю, бракованный кетчуп. Дайте нам второй кетчуп, пожалуйста. Еще кетчупа, да? Это какой-то был неправильный немножко. На тебе кетчуп. Хочешь кетчуп из бутылки, блин? Ну не льется, я что могу поделать? Это какая-то тоже бракованная. Так, давайте следующую. Привет, ребята, с вами Мобики, и сегодня поиграем в игрушку, которая называется Table Manners. Короче, какие-то столовые манеры, я не знаю. Я буду называть симулятор свидания, или, не знаю, симулятор однорукого мужика. Потому что мы сейчас будем играть одной рукой. Можно это назвать вообще симулятором руки. Ну окей, погнали. И, ребятки, приколюха в том, что я уже прошел 2 уровня, но при этом опять я тупанул и не включил запись. Вроде как я включал, но она не включилась. Вот такие делишки, ребят, поэтому сейчас мы будем, наверное, проходить все опять с первого уровня начнем. И я думаю, 2-3 уровня сегодня еще пройдем. Окей, первый кандидат у нас на свидание Брэдли. Брэдли — это, по-моему, мужик. Не надо мне мужика. Иди нафиг отсюда, Брэдли. Финли. Девчуля такая. Ну, как бы она непримечательная, мне не нравится. Давай, проваливай. Джоанна, она такая же. Мужик бородатый, нафиг. Кайл тоже мужик. Иди в баню. Ди. Ди, очкастая тетя, нафиг. Да что, кто-нибудь нормальный будет? Крейг, это чувак у нас. Ну иди. Так, о, нет, это слишком темная. Это тоже какая-то темная, сильно не нравится мне. Алекс, непонятно, наверное, пацан. С синими волосами каким-то. Так, опять бардат мужик. Да что, что мне мужиков-то предлагают? С фиолетовыми волосами еще, чувак. Ну что, придется, наверное, соглашаться на... О, ну вот, Лори, более-менее как бы нормальная девчуля. У меня тут было уже пару свиданий, и у меня вроде как завязалось общение вот с этой девчулей, с которой я ходил на первое свидание, но это был второй уровень. И как бы у меня вроде с ней все good, но так мы сейчас будем проходить первый уровень, поэтому давайте возьмем другую девчулю, Лори. Не надо мне только голые фотки слать, да у меня и нету. У меня всего одна рука, тебе фотки голые руки что ли? Ладно, погнали, пригласить на свидание сразу сходу. Ну, я просто приглашаю тебя, супер, тогда до встречи. Она у нас как бы относится к нам нейтрально, то есть вот эта вот желтая шкала, она должна позеленеть для того, чтобы мы смогли с ней продолжить общение, пойти на второе свидание и т.д. и т.п. Ладно, погнали, сразу мы пригласили на свидание и поехали. Ресторанчик. Ну, управление, ребятки, здесь какая, конечно, полная жесть, и я замучился с этой рукой. Сейчас будет, ребятки, разруха у нас. Можешь зажечь свечку? Я со спичками не в ладах, а ты думаешь, я в ладах? Ты смотри, у меня всего одна рука, я могу делать вот так. Не знаю, я, честно, колдую, наверное. Пламя. Давай, свечка, гори! Не, не хочет нифига, короче, нужно взять спичку. Оп. Так, эй. Эй, спичка. Оп. Ой, что-то она у нас из пальца торчит. Это как-то странно. Так. Давай, гори. Есть, есть, выкидываю спичку. Фух, давай выпьем вина. Угу. О, как это? Давай выпьем вина. Короче, бокал я уронил, я уже вряд ли смогу поднять, поэтому мы его отсюда скидываем. И сейчас появится новый, да, он практически в мою руку упал. Сейчас мы, ребятки, возьмем винище и попробуем все это дело налить ей в бокальчик. Окей, так, так, так. Ой, низко. Да чтоб тебя. О-о-о-о-о-о-о-о. Есть. Картошку надо посолить, и ты мне не поможешь. Чё ты такая немощная? Это у меня всего одна рука. Куда у меня вторая делась, я не знаю. Так, всё, бутылка, иди нафиг вообще. Стейк недостаточно поперченный. То есть картошку посолить, стейк тебе поперчить. Что-то нам бутылка здесь вообще все портит. У нас это, я не помню, то ли солонка, это, то ли перечница. Да, перечница у нас с 4 дырками, а солонка у нас с одной. Так, давай посолим тебе. Ну чё, картошка солится? Эй, соль, ты где там? Так, все, хватит, говорит. Теперь нужно поперчить стейк. Ну, давай, давай. Оп, нифига не оп. Оп, так, вино. Ты долго здесь будешь протекать? Ну-ка, протекай где-нибудь в другом месте. Ты вот, конечно, тут рядышком так села. И сама ничего не можешь сделать.
Ура! Поперчили. Так, теперь нужно кетчупом все это дело залить. Окей. У нас предмет появляется. Я его взял. Ну чё ты, конечно. Кетчуп. Где у нас кетчуп-то, алё? Он как бы, я слышу, что он типа течет, но где он течет-то? Ай-яй. Была бы у меня вторая рука, я бы сверху подолбил хоть по этой фигне. Кетчуп. Кетчуп. Ты где? Какой-то, не знаю, бракованный кетчуп. Дайте нам второй кетчуп, пожалуйста. Еще кетчупа, да? Это какой-то был неправильный немножко. Так. Ну, чё ты? Так. Кетчуп. Ну, вы же слышите, что он течет? А где он есть? Ну я так не играю! Что за дела? Кетчупа тебе надо... О! Залился! Смотри, он начал литься, но почему-то где-то... На этой тетке он начал литься. На тебе кетчуп! Хочешь кетчуп? Пей из бутылки, блин! Ну не льется, я что могу поделать? Это какая-то тоже бракованная. Так, давайте следующую. Следующую бутылку кетчупа. Плиз. Кетчуп. Оп. Эх. Достало меня это. Ну как такое может быть-то? Кетчуп-то где? Кетчуп. А время-то истекает, алё. Что с ней не так? Ее надо подолбить, что ли, обо что-то. О, залился. Эй! Вы издеваетесь, блин! Он даже до сих пор течет там где-то. Ладно, фиксов, бутылка, иди нафиг. Нужно вот эту вот пироженку запихать ей в рот. Ну что, девчуля, ням-ням. Так, что-то она там помахала. Ага, официант! Или что? Короче, ей понравилось. Давай посмотрим, сколько чей мы насобирали. 11 тысяч очков мы насобирали половиной. Ага, а нам нужно было 10,5. То есть мы как бы перевыполнили нашу задачку. Еще раз, нет, не надо, спасибо, погнали домой. Ну что, ребятки, как думаете, пойдем с ней на второе свидание? Или ну ее нафиг и выберем кого-нибудь другого? Так, Валери, ищу кого-нибудь, с кем будет весело! О, со мной будет весело, но почему ты седая, блин? Мне не нравится твой цвет волос, ну да ладно. Так, она к нам опять же относится нейтрально, у нас эта полоска наполовину шкала, точнее заполнена круглая. Что мы можем сделать? Пригласить на свидание и чат. Давай початимся немножко. Давайте пошутим. Расскажи мне... В смысле? Что это за шутка такая? Расскажи мне шутку. Как называют бумеранг, который не возвращается? Палка! Ха-ха, смешно. Как бы, ну, как я понимаю, мои сообщения серые справа, а ее-то синие слева. Какого фига шутка получилась вот такая? А я-то думал, мы будем шутить, а что-то не мы нифига шутили. Так, ну давай, поддержим. Не возвращайся от меня, и все будет хорошо. А, ей нравится, смотри, она угорает. Я хочу нормальную шутку, давай, шути. Скажи, ты любишь змей? Например, брючных? Пес, чувак, у тебя шутки ниже пояса. Ну ладно, я слушаю. Давайте, погнали уже на свидание, короче. Ей вроде как нравится, как мы с ней общаемся. Как насчет обеда? Ладно, давай попробуем. Мы пошли, погнали, короче, на обед. Окей, здесь я прошел его на 2 звезды, результат 10990. Поехали. Валерий или Валерий, я не знаю, кто у нас, девчуля. Сейчас мы будем заказывать по меню. Ну что, рука, давай заказывай. Так, она хочет у нас пивасика. Покажем. Я пробовал, когда не получилось записать видос, заказывать сразу несколько предметов. Так они у меня просто пропадали, да и все. То есть, допустим, если я сейчас закажу вот эту вот фигню, вот эту и вот эту, допустим, бутылка все упала, полетела, короче, и приехала новая. Надеюсь, мне за это не придется платить. Все, короче, вообще вот так вот работает. Это немножко странная схема. Так, пивасика. Пивасика, говорит, нам нужно налить 2 бокала, что ли? Два стакана. Так, 2 стакана. Ну, не знаю. Не хотя бы в один. О, смотри, как я попал, круто. Так, есть. Ей налил. А, теперь нам нужно налить себе. Где мой стакан? Вот он. Вот он, давай.
нальем себе пивасика. Ну, почему-то постепенно у нас рука опускается, я не знаю почему. Бутылка у нас бездонная, оттуда постоянно льется. Так, все, пивасик мне, в принципе, не нужен. В меню очень интересное блюдо. Она, короче, хочет пиццу и, опять же, картошку фри. Чего вы угораете по этой картошке фри, я не понимаю. Там 4 картошины, а здесь на рисунке-то больше. Это какой-то странный ресторан. Не выполняет то, что у него заявлено в меню. Так, и пиццу просит. Ладно, все, заказываем. Окей. Быстро, главное, быстро все приносят. Так, давай, наверное, с картошки начнем. Эть, промазал. Эть. Оу. Ты пивасик-то пей. Алло. Одну картошку, смотри, положили прямо на это. Блюду немного не хватает специй. В смысле? Специй не хватает пиццы? Короче, 3 кусочка. Или 3 пиццы тебе надо? Что-то я не помню. А, по-моему, 3 кусочка. 3 кусочка ей, короче, надо бросить вот сюда. Раз. Окей. Меню, не лезь. Не лезь, это не твои дела. Что за нафиг? Так, спички у нас, короче, появляются. Так, и последний кусочек. Окей. Эть. Да, смотри, прикалывается, смеется. А теперь это нужно поперчить, наверное, да? Так, перечница, это вот это. Пиццу поперчить. Пипец. Да, все. Ты че мою руку трогаешь? Я чего-то хочу, но не знаю чего. Картошку, что? Картошку? Картошку надо посолить. Так, ну здесь уже как бы все практически готово для этого. Ай. Так, солим. Правда, на пиццу тоже попало? Ну да ладно, ей вообще пофиг. А че вот картошка? Так, а может картошку ей прям в рот там запихать? Так, давай попробуем. Давай попробуем картошку прям в рот запихать. Какие-то немощные девчули у нас на свидание приходят. Мне нужна картошка. Картошка. О, все, я взял картошку. Ням-ням. Нет? А что ей надо-то? Алло, я ж ей ведро-то это поставил. Так, что надо свечку еще зажечь и брауни в нее запихать. У них тут есть брауни? Есть. О, я сейчас тебе закажу и запихаю в тебя. Блин, какой мы тут срач развели. Рука у меня выгнула что-то в другую сторону. Срач развели конкретный. Так, брауни, не падайте. Хотя она может... Вау, я свечку не успел зажечь. Задание провалено. А брауни давай в рот. Ням-ням. Вкусняшка. Тоже официант у нас зовет, типа, говорит, все круто. Ну что, посмотрим. Ух ты, шкала, смотри какая. 10600. Да, надо было 12 тысяч очков насобирать, но что-то не вышло у меня. Ладно, погнали домой. Блин, куда делась у меня вторая рука, я не понимаю. Почему я однорукий такой? А? Сосисочный чувак однорукий. Так, что? Что-то мы можем тыкать в эту штуку нашу. Так, здесь можем изменить внешность. А я ж не знаю вообще, как я выгляжу. Кольца. О, у меня есть кольцо на руке, прикинь. Что-то еще какие-то крема. Радио играет. Котейки. Так, ну что, что еще? Кольцо у меня есть, ногти. Как бы мужику-то ногти красить, это странно немножко, цвет кожи. Я альбинос. Ну ладно, фиг с ним. Пусть будет альбиносом. Эмодзи. О. Мы их можем несколько выбрать. Короче, все, я выбрал. А как это работает вообще? А, типа, все, проваливай. Ты не нравишься мне. С кольцом еще такой. Ну это прикольно. Так, что там? Третье. А мы можем пальцем щелкать. Ага. А если руку развернуть, у нас будет эмодзи. Так, да что ты? Иди отсюда.
Они реально как бы работают, неважно в каком положении рука. Ну-ка, официант, иди ко мне! Ну, а девчулю как бы, все, иди нафиг, ты мне не нравишься. Ладно, ребят, на этом мы сегодня тормознемся. Вот такая вот игруля, очень сложное управление этой самой рукой. Посмотри бы мне на лицо нашего чувачка, потому что у нас рука белая-белая. Короче, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Ну, а с вами был Мобик, до новых встреч, пока-пока!